Астропрогноз на 29 августа. Овен. Гороскоп предсказывает Овну подъем по карьерной лестнице. В финансовой сфере пока стоит проявить экономность. Телец. Не распыляйте свою энергию на те дела, которые не принесут дохода или пользы. В любовной сфере проявляйте больше инициативы. Близнецы. Пришла пора задуматься над сменой работы или заняться поиском дополнительного источника дохода. Вам все под силу. Рак. Сегодня любое дело будет приносить вам удовольствие и радость. Старайтесь чаще доверять своему внутреннему голосу. Лев. Возможно, кому-то из друзей или родственников будет необходим ваш совет. Не отказывайте в помощи. Дева. Вы так много работаете, что времени на отдых практически не остается. Задумайтесь над тем, чтобы взять выходной или спланируйте отпуск. Весы. День обещает быть насыщенным различными делами и эмоциями. Возможно, хорошая финансовая прибыль. Скорпион. День лучше посвятить семье и дому. Если у вас есть хобби, сегодня оно послужит для вас хорошим антистрессом. Стрелец. Гороскоп предсказывает вам привлекательное деловое предложение. Чтобы не допустить ошибок, доверьтесь своей интуиции. Козерог. В общении с начальством соблюдайте субординацию. По отношению ко второй половинке старайтесь проявлять больше заботы. Водолей. Не оглядывайтесь назад, но и поспешных выводов делать не стоит. Все решится само собой. Будьте внимательны на дорогах. Рыбы. Совсем скоро начальство сполна вознаградит вас за старания. Уделяйте больше внимания своему здоровью.